Акварель – универсальная и многогранная, гибкий инструмент в руках художника, дающий возможность воспроизведения разнообразных сюжетов. В Щелковской художественной галерее сегодня каждый может прочувствовать удивительную красоту природы и натюрмортов, выполненных в этой технике художницей Ольгой Федотовой, выпускницей школы акварели Сергея Андрияки. Сотрудничество с этой школой для Щелковской галереи стало традицией. Работы Ольги Федотовой в коллективных выставках в галерее участвовали не раз, но персональная здесь проходит впервые. Экспозиция из десятков разных работ. Эти картины показывают, насколько прекрасны окружающие нас виды. Я, как вы понимаете, художник-реалист, и я считаю, что лучше, чем создал Бог, создать, чтобы это ни было невозможно. И дай Бог, чтобы нам удалось вот отразить эту красоту, хотя бы частично перенести ее на свои работы. Игра красок, света, тени, с помощью которых художник старается передать красоту или же простоту вещей, или же природы, будь то пейзаж или же натюрморт. В галерее также открылась выставка Сергиево-Посадской студии изобразительного искусства «Акварель». Экспозицию представляют работы учеников студии, людей разных возрастов и профессий, но которые также имеют возможность творить и создавать картины, радуя взор неравнодушных к прекрасному. Люди таких серьезных профессий, как юристы, адвокаты, врачи, психологи, им очень важно уйти в другое пространство, ну, в частности, в рисование. Работы не оставили равнодушным никого, в том числе и гостей из городов-побратимов, делегации из Польши, Белоруссии и Молдавии. Сразу две выставки в одном пространстве – то, что стоит увидеть собственными глазами. Красота природы и вещей, не понять ее трудно, ведь передана она талантливыми людьми, художниками. Хотелось пожелать, чтобы те традиции, которые они продолжают, это русские классические школы, чтобы они показывали и другим людям в разных местах, в разных. Ну и от себя хочу сказать, что мы благодарны, что они предоставили нам свои работы, мы очень рады. Вот, и надеемся, что публика достойно оценит. Анна Балиет, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.